Вот здесь у нас книги всякие разные. И детективы, и все здесь. Ну, всякие есть, на выбор. На выбор. Андрей Мушников редко употребляет эти слова, но сейчас у мужчины действительно есть выбор. Как минимум в книгах. Драмы, романы, читай что угодно. Но больше всего по душе детективы. Ведь в запутанных жизненных историях Андрей знает толк. Таких, как он, принято называть без определенного места жительства. Лицо категории бомж. Мой отец у меня шофером всю жизнь поработал. Я вот с самого малолетства с ним вот и мечтал, вырасту, стану шофером, буду водителем. Буду возить лес там. Вот, ну а потом так получилось, что тюрьма, водка, вся жизнь кувырком. 17 лет подрался с ровесником, не рассчитал силу. Парня похоронили, а Андрея посадили в тюрьму. Говорит, не было и дня, чтобы он не вспоминал те события. Вышел, завел семью, но как-то не сложилось. Казалось, без водки жизнь не мила. Такой муж и отец оказался семье не нужен. Поэтому единственным спасением от одиночества снова оказалась бутылка. Беспросветные пьянки в конечном итоге отняли у Андрея пальцы рук. Пьяным заснул на морозе. Это было наказание, да, это наказание, и мне так кажется, что это просто меня на путь, на нужный путь поставил Господь. Я и сейчас очень сожалею, что я эту жизнь упустил. Прошлая жизнь у меня хорошая была, ну, сам виноват. Здесь, в Центре социальной адаптации, Андрея отогрели и восстановили документы. Истории здесь похожи одна на одну. Пил, не ценил семью, все потерял. Хотя раньше Андрей подумать не мог, что в 52 года вместо счастливой и дружной семьи получит койку во временном пристанище бездомных. Его жизнь как замкнутый круг. В Центре реабилитации можно пробыть всего месяц, поэтому бездомные часто возвращаются. Будущее Андрея туманное, но он смотрит в него с верой и надеждой. Мне пообещали, что путевка придет в интернат. Там уже будут, там такие же люди, как я, тоже такие же инвалиды, старенькие. Я-то уже себя молодым не считаю. Старенькие, вот буду с ними жить. Для него это действительно радость, ведь месяц в центре реабилитации заканчивается, а возвращаться в подвалы и подъезды никто не хочет. Начать жизнь заново слишком поздно, да и зачем? Все, что было не зря. Андрей говорит, у него была хорошая жизнь, пусть и не совсем счастливая. Теперь единственная его мечта – звонок от дочери и разговор по душам. Остальное неважно. Илона Жукова, Сергей Мажитов, телекомпания «Город».